Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня поговорим о том, как стать звездой в Америке. Самый простой способ стать звездой Бродвея или Голливуда – это родиться в Нью-Йорке или Чикаго. Но если вам не повезло, остается разбить любимую копилку, приготовить пару бутербродов на дорогу и вперед в страну небоскребов, гамбургеров и зеленых купюр. Из российских актеров не мечтал о карьере в Голливуде? Нет, ну есть, конечно, ленивцы, которые вообще ни о чем не мечтают, но таких немного. Конечно, хотелось бы немедленно взлететь на вершину Олимпа, но зеленый свет в Америке только музыкантам и артистам балета. Если же вы решили покорить Голливуд, вам придется пройти тернистый путь освоения профессии, в которой наши соотечественники, к сожалению, менее всего востребованы. Практика показывает, что пробиться в Голливуде невозможно. Голливуд – это особенное место. Сюда хотят все. Это и понятно. Голливуд – это не только популярность, но возможность делать деньги – огромные деньги, которые не заработаешь, например, на театральных подмостках. Театры есть и в Лос-Анджелесе, но там никому до них нет дела. ТВ-шоу, фильмы — это да, это специфика Голливуда. Но для работы в Голливуде необходимо серьезное актерское обучение. Правила в Голливуде жесткие. Одна минута съемочного времени стоит как минимум 50 тысяч долларов. Заниматься внутренним миром актера на площадке некогда. Поэтому, как только включили свет и камеру, будьте любезны ровно на 7-й секунде пустить слезу из правого глаза. Но прежде чем попасть на съемочную площадку, придется потрудиться, чтобы научиться делать все. Так называемый синтетический актер должен уметь танцевать, рисовать, ну или хотя бы правильно держать в руке кисточку, часами гримироваться и позировать перед фотографами, осваивать непривычные профессии, чтобы выглядеть на экране как можно натуральнее. Дастин Хоффман, например, узнал все про ремесло парфюмера в фильме с одноименным названием. Роберт Де Ниро часами колесил по улицам Нью-Йорка, чтобы освоить работу таксиста для фильма «Такси-драйвер». А Оуэн Уилсон освоил прокладку телевизионного кабеля для своей роли в фильме «Кабельщик». Актер должен уметь раздеваться, одеваться, играть на музыкальных инструментах и даже петь. Петь не обязательно своим голосом, но вникнуть в работу студии звукозаписи необходимо. Дыши, 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 я не вижу, чтобы ты дышала. Двигайся немножко. Но главное – это уметь показать себя в нужном месте нужным людям. В России говорят, талантам надо помогать, бездарности пробьются сами. А в Штатах и бездарности, и таланты пробиваются самостоятельно. Итак, попробуем раскусить зерно актерской профессии. Прежде чем попасть на подмостки всемирно известных театров или на афиши звездных фильмов, заслужить популярность любовь зрителя придется потрудиться в аудиториях театральных школ и студий, желательно известных, таких как школа Ли Страсберга или HB Studio. Сейчас мы заходим в эту школу. Давайте вместе посмотрим, что здесь внутри. Основанная в 1945 году известным венским актером Гербертом Бергхофом,
HB Studio была создана для того, чтобы обеспечить профессиональное театральное обучение и практику для мечтающих стать актерами людей всех возрастов. HB Studio – это одна из самых известных школ Нью-Йорка. Здесь огромное количество разных учителей и классов. Как и другие театральные школы Нью-Йорка, здесь преподают курс полного спектра важных для актеров предметов, включая речь, танец, движение, даже бойцовские искусства. Вот зал, где все это происходит. Раньше здесь был гараж. Вы можете пройти здесь несколько курсов, можете взять всего один урок. Ну, например, вы работник офиса. Или вы уже Элизабет Тейлор и хотите прийти и посетить актерские занятия. Пожалуйста. Легендарная актриса Ута Хаген присоединилась к студии в 1948 году. Она обучала многих выдающихся актеров американской сцены и экрана. Мэрил Стрип рекомендует учиться Уты Хаген. Я бы сказала, что все актерские школы так или иначе учат очень близко к системе Станиславского. Но Станиславский в американской интерпретации – это больше от внешнего к внутреннему, а не наоборот, как в России. Больше, конечно, внешнее, как выглядит герой, во что одет, какой голос, есть ли у него акцент. Русских, вообще иностранцев, берут в школы полного цикла, как Джулиард, например. Там выдают диплом о высшем образовании. Обучение занимает 4 года. Но актеры в основном это фрилансеры. Они стараются работать везде. Я в своей жизни перепробовала все. Голоса для мультфильмов, сериалы, бродвейские шоу, театр, телевидение, реклама, фильмы. Все, что могла. Русскому актеру очень сложно попасть в эту обойму, чтобы сделать карьеру в Америке. И потом, если честно, обучаться в Штатах – это просто дорого. Английский должен отскакивать от зубов. И если вы хотите учиться в школе бесплатно, вы должны обладать невероятным актерским талантом. Актер работает со словом. Отличие американской и европейской школы в том, что мы работаем с разными техниками. Актер может использовать 5-6 различных техник. А как ему объяснить секреты техники, если он не владеет английским? Текст для актера – это как для музыканта ноты. Не знаю, как в России, но во всем мире актеры учат Шекспира. Вы знаете как? По слогам. Здесь возьми выше, пауза, возьми дыхание. Причина, по которой Шекспира учат везде, он был человек из народа, он не был аристократом, он не был очень хорошо образован. Поэзия просто исходила из него. И страсть. Он придумал слова, в которых о жизни сказано все. И слова эти нужно произносить в оригинале. Их актерская школа значительно отличается от нашей. У нас сначала долго-долго учатся, а потом как повезет. А в Америке все наоборот. Там сначала становятся актером, а потом уже идут учиться. Образование – это очень важно. Ты всегда можешь открыть в себе новые качества, прогрессировать. Далее – это огромное количество полезной информации, выход на новые роли и проекты. Ута Хаген, основательница HB Studio, она считала, что актер сам творец, и она говорила, что прежде всего актер должен уважать себя. И актеры в Америке учатся профессии не для того, чтобы потом работать, как это вы рассказывали, на корпоративах. Нет, это невозможно. Увидеть Брюс Уиллиса на корпоративе, я думаю, что это совершенно невозможно. Хотя, конечно, актеры участвуют очень часто в благотворительных акциях. Но уважение, самоуважение, оно приходит в тот момент, когда начинаешь очень глубоко изучать профессию. В это учебное заведение традиционно высокий конкурс. Но если вы его не пройдете, не отчаивайтесь. Аль Пачино в свое время тоже не прошел. На показах и кастингах, отборочных турах актер не всегда может проявить себя на все 100. Для самых скромных в Америке существуют индивидуальные учителя.
И есть счастливые индивидуальности, которые настолько талантливы, что им не нужно ничему учиться. Но, как правило, это актеры одной роли. Я выпустила много знаменитостей. И до сих пор они приходят ко мне готовить новые роли или просто на тренинг. Обучение – это общение, это встреча с новыми людьми. Это необходимо в любой профессии. К тому же, никто не скажет актеру правду так, как это сделает другой актер. Этот дом дышит историей. Здесь пили чай Пол Ньюман и Элизабет Тейлор. Каждый курс имеет несколько замечательных актеров и несколько бездарностей. Но если у талантливых и не очень талантливых студентов есть прогресс, это всегда заслуга преподавателя. Поэтому все стремятся попасть к самым знаменитым педагогам. Конечно, самой значительной фабрикой звезд в Америке является школа Ли Страсберга, открывшая миру великие имена. Когда отмечали юбилей Ли Страсберга, то подсчитали, что актеры, прошедшие эту школу, получили 24 Оскара и 100 номинаций на эту престижную премию. Аль Пачино, Мэрилин Монро, Джейн Фонда, Роберт Де Ниро, Марлон Брандо, Микки Рурк, Дастин Хоффман. Вот только несколько из знаменитых выпускников театральной школы Ли Страсберга. Как знать, может быть, в длинном списке выпускников американских театральных школ появится, наконец, исконно русское имя. Это была передача о том, как нас не ждут в Голливуде. Но, как говорил классик, мечтать не вредно, вредно не мечтать. Мечтайте, дорогие телезрители, и до новых встреч на канале «Столица».